Всем привет, мои дорогие! Я снова тут, я снова с вами, снова в поисках счастья, снова в поисках денег, да. Вот, на балансе у меня 25 тысяч, 25 тысяченочек, и я снова иду в Scratch Card, да. Потому что, да. Вот, снова иду в Scratch Card, потому что он тут, в принципе, безбашенный. Вот, я думаю, что он скоро-скоро мне должен выдать прям такие хорошие коэффициенты. Вот. А вы тем временем не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, которые меня очень радуют. Да, ну, по 500 погнали для начала. И мимо. Есть X6, сразу X6, 3 косарика. Супер, супер. Я же говорю, Scratch Card здесь просто-просто безбашенный. Как у меня. Хочешь денег, иди в Scratch Card. Надо денег, иди в Scratch Card. Вот. Кстати, вот играла в другой БК. Там ниже вот у меня одни из первых роликов. Там вот почему-то я подымала сюда. Есть у меня X12. Еще 6 косарей. X12. Это просто супер. Я уже почти на 5. Я уже на 5 косариков. Почти в плюсе, но уже в минусе. Так, да. На чем я остановилась? Да, играла в другой БКшечке. Вот. И там Scratch Card вот такой вот не особо был, но там давал резидент. Да, там резидент, муффинс, так неплохо. Вот где-то как-то получается везде по-разному. Блин, пока мне нравится здесь. Да. Вот, кстати, ссылочку на все игры оставляю закрепленной в комментариях. Там вас ждет очень приятный бонус по промокодику 1xGames. Вот, проходим, не стесняемся, кому это интересно, и поднимаемся вместе со мной. Да, и тем временем у меня x6, еще 3 косаря. Еще 3 косарика я поймала. Вот. Ну, сейчас я... Сейчас еще чуть-чуть, и я повышу ставочку, удвою. Интернет. Что с тобой? Есть еще 3 косарика. Супер, просто супер. Scratch Card тут жжет, прям жжет вот. Есть еще X8, еще 4 косаря. Так, я еще... 3 раза сейчас, и я удвою ставочку, просто удвою. Так, 3 раза уже, ладно, 4, чтоб... Так, еще, ладно, 5. Такая вот я. Есть X-душечка, замечательно. Сейчас еще раз по 500. И я удваиваю ставочку, чтобы не ходить вокруг своего баланса, не крутить. Есть X-душку, сразу снова якорьки ловлю. Супер, еще ловлю якорьки. Блин, здорово. Мне это просто нравится. Ну уже давай. Есть X4, супер, просто супер. Блин, как же ж это круто. Как я тебя люблю, Scratch Card. Есть X16 косарей ловлю, у меня 35, я уже десятик подняла, как же это здорово, X16, это просто, сейчас я уменьшаю ставочку снова до 500, блин, я, наверное, думаю, что ее даже на по 250 сейчас пойду, чтобы сильно не слиться, пойду по 200, есть X-душечка 500, сейчас я... Сделаю вот так вот, попробую немножко похитрить, что у меня из этого получится, не знаю. Кто хитрее, я или. Черт, что такое? Ну, теперь еще и зависло. Да, вот так вот. Есть X2 еще. Да что такое? Что-то с экраном. Есть еще и душечку ловлю. Ну же, давай, Scratch Card, не сливай, а. Пожалуйста, не сливай.
Я тебя умоляю. Так, сейчас еще пару раз и пойду снова по 500. Да вот, иду по 500 теперь. Блин, кораблики зря. Не встали, не в ряд, совсем не в ряд. Ну же, давай. Ну же, есть Х4. Х4, два косарика еще сыпет. Х4, супер. Ну же, ну же, ну же. Что снова по 1000 делать? Снова по 1000. Есть еще X-душечка, замечательно. Есть еще. Так, я думаю, что сейчас пару раз и пойду. Да, меняю ставку. И снова иду по 1000. Снова по 1000-ночке. И что? Блин. И что-то ничего. А как все красиво начиналось. Есть Х2. Еще Х2. И, блин, я в минусе. В минусе, товарищи, я в минусе. Это очень-очень печально. Еще X-душечка. Ну давай, 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 давай. Что же? Есть X10, 10 косарей, 23 косаря. Блин, зараза, что-то ты вообще мне так поздно это выдал. Надо было раньше, раньше. Вот ждешь, пока я... Так, опять по... Ай, нафиг, по тысяче же кручу. И жду. Хотя, в принципе, мне выпало практически все, что можно, кроме труб. Есть Х2, кроме труб, бутылочек и мечей. Да, ну не мечей, ножей, там, не знаю, ножов, чего-то. Блин, неужели я сольюсь скретч-карт? У меня на тебя вся надежда. Блин, да как же ж так? Есть Х2. Все, я иду уже в такие, блин, пушки. Не могу все по 3 ряда пушками. Ну уже давай. Все, на 6 раз крутануть, на 6 раз. И, короче, я делаю вот так вот и на 2 раза. Просто на 2 раза. Черт, мимо. И последний раз. И черт, все. Что? И так бывает. Да, не все коту масленица, конечно же. Я очень опечалена, очень расстроена, но я еще вернусь. Всем пока, удачи в играх.